Вам, что меньше через неделю вам пора в школу. Только не бейте, пожалуйста. Нет, на самом деле я пришла сюда, чтобы упростить вашу школьную жизнь. Сегодня будет лайфхаки от Мишель. Кстати, как вам мой новый фон? Я в восторге, мне он очень нравится, я надеюсь, вам тоже. А еще я очень надеюсь, что вы не просираете свой август, что вы берете от жизни все. И кто подписан на меня в разных соцсетях, кто знает, что я была в Одессе. И да, скоро выйдет влог, почему я так много махаю руками. Просто я очень довольна, мне очень нравится снимать такие видео. Пока я что-то тут не снесла, давайте мы начнем. Стоп. Я забыла. Перед тем, как мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Вот тут вот будет кнопочка. Если вы на компьютере, а если вы на телефоне, то будет кнопочка в описании. Да, я жду. Давай, подписывайся. И лайк не забудь поставить. Люблю. Ты подписался, да? Точно. Прям точно. Ладно, верю. А если нет? Мне нельзя смотреть. Поехали. Если вам надо напечатать какую-то информацию с листа бумаги, и вам неудобно смотреть то на лист, то на компьютер, то просто возьмите вешалку и прицепите на лист бумаги и на компьютер. Это просто гениально, и я не понимаю, как я раньше до этого не додумалась. Если вам задали какое-то сочинение напечатать, и вам очень лень его перечитывать, то просто скопируйте и вставьте в Google Translate и включите опцию проигрывателя, вам Google все прочитает, и вы услышите ошибки. Если вам надо написать какой-то текст, который необходимо запомнить, то напишите его синей ручкой. Научно доказано, что при написании синей ручкой вы больше запомните. Мне одно знакомо это чувство, когда я открываю свой рюкзак, и мне срочно нужно достать тетрадь, а сверху они все выглядят просто одинаково. Чтобы избежать такой проблемы, все, что вам понадобится, это что-то типа клейких закладок и, собственно, ваша тетрадь. Возьмите закладку и наклейте вовнутрь тетради, и теперь вы сможете сразу достать ту тетрадь, которая вам нужна. Если вам срочно нужно учить какой-то материал к тесту, то попробуйте взять жвачку, и пока вы учите материал, жуйте ее. Потом в день теста возьмите тот же самый вкус жвачки, который вы жевали, пока учили. Должно помочь. Если вы делаете уроки и вас вечно что-то отвлекает, друзья или, например, для меня YouTube, то просто включите самолетный режим, и окружающий мир не сможет с вами связаться. Ну а я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на мой канал. Я вас всех очень люблю. Пока! Not this